Саш, многие считают, что быстрый гол может сыграть злую шутку. Сегодня та самая история? Ну, я думаю, что мы, не знаю. Получилось так, что да, наверное, но забить в Грозном первыми, я думаю, что это большая удача для команды. Но то, что потом как бы было в нашем исполнении, это, наверное, сыграло на самом деле злую шутку. Вот сразу после игры можешь дать какое-то объяснение этим курьезным мячам? Ну, объяснение какое? Первый гол – пенальти, а второй гол – наша ошибка, и Терек этим воспользовался. Вот такое объяснение. Наша ошибка была. Ты забиваешь второй матч к ряду, а команда не добивается результата. Не приходится радоваться, да, своим успехам? Не приходится.